Здравствуйте! Компания «Пропитай» и я, Юлия Мищук, проводим для вас мастер-класс по созданию елочных игрушек из эпоксидной смолы. Перед началом каждого мастер-класса я говорю о технике безопасности, и в этот раз я снова немножечко расскажу. Первым делом проверяем уровень нашей поверхности, застилаем любым укрывным материалом нашу рабочую поверхность, защищаем свои ручки, себя, одеваем фартушек, защитную одежду и, конечно же, самое важное, защищаем свои органы дыхания. Одеваем масочку, либо можно использовать вот такую масочку-респиратор. Создавать мы сегодня с вами будем вот такие вот подобные игрушечки. Для этого нам необходимы формы, весы, стаканчики, шпатели, газовая горелочка и корректор. Блески я возьму голубенькие, также перламутр синий и краситель белый, пастообразный. Работу мы будем выполнять на густой смоле Epoxy Paint. В принципе, вы можете взять смолу любой вязкости. Я буду работать на густой. Первым делом замешаем смолу. И теперь тщательно и хорошо в течение 2-3 минут замешиваем наш состав. Хорошенечко собираем со стеночек, со дна стаканчика. Это очень важно, чтобы состав был однородный и хорошо промешанный. Наша смола готова. Теперь разделим ее на несколько частей. Немножечко для блеска. Для синего цвета. Для белого. Остальное оставляем прозрачным. Теперь будем окрашивать нашу смолу. Начнем с белого цвета. Перемешиваем краситель и добавляем в нашу смолу. Также тщательно хорошенечко перемешиваем. Теперь берем перламутр синий и также перемешиваем тщательно и хорошенечко красивый цвет. И в оставшуюся смолу будем добавлять голубой блеск. Также перемешиваем. Начнем со смолы, окрашенной в блеск. Это самая такая интересная заливочка, когда нет определенной техники, нет определенных правил. Просто включайте свою фантазию. Я, к примеру, хочу, чтобы вот именно рога у оленя были вот такие блестящие. И также сделаем копытца. Проделываем то же самое с этим оленем. Теперь возьмем прозрачную смолу и выливаем до середины молда, скажем так. Теперь поработаем со снежинками. Прям в серединочку. Можно еще немножечко побольше. И сюда. Вот так. Делайте это аккуратно, не царапая молд.
Добавляем прозрачную смолу прямо в серединку на снежинку. Вот так. Здесь тоже на так же. И вливаем в кошечку. Теперь возьмем наш красивый синий цвет. Ну и, наверное, сделаем по краю, чтобы его грудка была вот такая. И несколько капелек. Вот так. Раз, два, три, четыре. И в копытки. Сюда же сразу же белый. Можно ему хвостик сразу окрасить беленьким. Вот так. И точечно выливаем прямо в синий. Ой. Вот так. Снежинку также в серединку. Немножко синего. Прозрачного. И белого. И завершаем все прозрачным. С этим оленем мы сделаем другую заливочку. Мы добавим несколько капелек у спинки. С кошечкой делаем примерно то же самое. И рядом белый. Сделаем по-другому. Мы возьмем, прям сделаем некие такие разводы. Вот таким образом. И точно так же белым цветом. У меня остался белый цвет, можно его также еще сюда вот кошечки выложить. Финчик, он всегда у меня на запас. Вот в него мы сейчас вылим все остатки. Теперь берем газовую горелочку и быстро, не задержимся на одном месте, на маленьком огне. Не касаясь самой смолы, проходимся и убираем пузыри воздуха. Итак.
так как наши силиконовые формы маленькие, чтобы их не пережечь, конечно же, в этом случае нас спасет корректор. Взбалтываем баллончик и на расстоянии 10-15 сантиметров наносим на поверхность нашей смолы. В таком виде мы оставляем наше изделие до полного высыхания и производим демолдинг через 24 часа. Уверена, у вас тоже получится красивые игрушки. Я вам всем желаю творческих успехов и бесконечного вдохновения.